На этой стене можно увидеть портрет хозяйки квартиры Александры Леонтьевны, мамы Алексея Николаевича Толстого. Как раз-таки центральное место в этой гостиной занимает ее бюро, мемориальная вещь. Это бюро Александре Леонтьевне подарил отец Леонтий Борисович Тургенев на день свадьбы с графом Николаем Александровичем Толстым. Именно за этим бюро мать Алексея Толстого писала свои романтические рассказы. Печатала их в «Самарской газете». Местные издатели охотно выпускали сборники ее литературных произведений. С ее подачи за перо взялся и Алексей Толстой. Мать просила его описывать все события, которые произошли с ним за день. Обо всех интересных и до сих пор неизвестных фактах из жизни известной писательской семьи можно узнать на выставке в музее-усадьбе Алексея Толстого на улице Фрунзе. На днях исполнится как раз-таки 170 лет со дня рождения Александры Леонтьевны. Она родилась 25 ноября 1854 года. Выставка планшетная, то есть там представлены фото из фондов нашего музея и с других источников. После того, как Александра Толстая ушла от мужа к другому, с ней перестали общаться родители. Находясь в расстроенных чувствах, она стала писать рассказы о своих переживаниях. Первое произведение «Неугомонное сердце» напечатали в 1882 году. Уникальность этой выставки в том, что здесь представлены, во-первых, копии документов и фотографий, которые ранее или совершенно не выставлялись для обозрения публики, а либо известны были только специалистам, которые в основном занимаются темой семьи Алексея Николаевича Толстого. Два стенда выставки посвящены дедушке Алексея Толстого. Это воспоминания и письма дочерей. Из них можно узнать, что он любил играть в карты. Эта страсть почти разорила его семью. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.